эмоциональностью. Mm-hmm. То есть обычно, ну как, было тяжело в некоторых моментах. И даже прослеживались мурашки. А почему? А за счет чего удалось добиться такого эффекта актера? За счет, ну, наверное, актеры делали иногда такие паузы, благодаря которым вспоминались и моменты из жизни, и невольно, конечно, переживания вступали на лицо. Угу.